сквер Ульяновского моторного завода станет центральной площадью железнодорожного района города Ульяновска. Располагаться такой сквер будет на внутридворовом участке второй городской поликлиники. В ходе рабочего выезда глава региона Сергей Морозов посмотрел, как продвигается благоустройство. На территории установят фонтан и скамейки, разобьют цветники. Обязательным элементом благоустройства станут символы моторного завода. Двигатели, старые станки – все то, что напомнит историю завода. Настоящая такая вот площадь, центральная площадь вот этого большого микрорайона будет. Здесь мы благоустроим, поставим также вот садовые диваны, и это что-то будет мини-площадь Ленина, но здесь вот в одном из самых таких известных микрорайонов города Ульяновска. А тут сделаем конкретно зоны релаксации, такой зону отдыха. Мы там поставим бассейн, фонтан, мы там сделаем там садовые диваны, чтобы там будем высаживать там цветники, и люди будут совершенно по-другому ощущать себя. Чтобы в сквер не заезжал транспорт, дорогу перекроют ограничителями. Кроме того, отремонтируют тротуар и установят освещение. Будут определены парковочные и пешеходные места. Еще одной темой для обсуждения стали перспективы развития физкультурно-оздоровительного комплекса «Союз». Планируется, что это будет типовое помещение. Помещение, все, значит, его можно, он трансформер. Значит, можно, сегодня можно, прошу прощения, под танцы, завтра можно, так сказать, под тренажерный зал, послезавтра, так сказать, можно, так сказать, под культурный центр и все остальное. Значит, и чтобы он был такой вот тоже многофункциональный. Сегодня нужно здесь провести какой-то там концерт, встречу населения, сделать собственное жилье, пригласить. Да. Завтра нам нужно, чтобы здесь шли занятия там фитнесом там, или тренировались, пожалуйста. По словам Сергея Морозова, строительство такого комплекса обойдется в 10 миллионов рублей. Подобные проекты, как места для социокультурных потребностей населения, постепенно будут организовываться и в других микрорайонах города. Эльвира Зямалова, Юрий Конехин, новости «Ульяновская правда».